художник и архитектор, телеведущий, умер на 62-м году жизни. Информация о смерти подтвердилась телеканалом России «Культура», где он работал. Об этом говорит сообщение платформы «Смотрим». 29 мая на 63-м году жизни скончался Алексей Бирак, известный по работе ведущим программы «Правила жизни» телеканала России «Культура». Обстоятельства смерти не уточняются, а дате и месте похорон сообщат дополнительно. Алексей Бирак окончил МГХИКИ имени Сурикова, работал художником-иллюстратором, дизайнером книг, архитектором, вел передачу «Правила жизни» «Большая опера», «Гений».